SCP-715. Мое лицо. Каким я мог быть? Предупреждение. Следующий документ требует уровень доступа 715/5. Часть этого документа может быть недоступна без требуемого уровня допуска. Объект номер SCP-715. Класс объекта. Бывший кетр. Безопасный. Особые условия содержания. Устаревшие. SCP-715 должен содержаться в месте обнаружения внутри торгового центра в... Огайо. Утверждено дистанционное наблюдение за SCP-715. Любые изображения, созданные SCP-715, должны быть изъяты сотрудниками фонда, действующими под видом работников торгового центра. Эти изображения должны отправляться в зону 81 для дальнейшего изучения. Пересмотренные особые условия содержания класса кетр. Устаревшие. SCP-715 должен храниться в максимально безопасном контейнере для крупных предметов в зоне 19. Доступ к SCP-715 ограничен сотрудникам с уровнем допуска 715/4 или выше. Ни при каких обстоятельствах никто из сотрудников, независимо от уровня допуска, не должен входить в SCP-715 или активировать его каким-либо иным образом. Изучение внутреннего пространства SCP-715 должно производиться только с использованием дистанционно управляемых дронов. Экземпляры SCP-715-B считаются сущностями 5 класса опасности восприятия и в силу их природы не могут быть точно опознаны без применения технологии повышения качество изображения. Экземпляры SCP-715-B должны немедленно уничтожаться после опознания с использованием любых необходимых средств. Пересмотренные особые условия содержания объекта класса «Безопасный». Актуальные условия содержания. SCP-715 должен храниться в максимально безопасном контейнере в зоне 19. Других условий содержания на данный момент не требуется. Сотрудникам фонда запрещается взаимодействовать с любыми известными экземплярами SCP-715-B. Информация относительно зоны 81/715 предоставляется по принципу служебной необходимости. Администраторы с требуемым уровнем допуска могут ознакомиться с данной информацией в конце документа. Описание. SCP-715 — это фотокабинка, получившая свое фото, типа фотомат, произведенное корпорацией Sony в 1972 году. SCP-715 не демонстрирует каких-либо аномальных признаков в своей конструкции и внешнем виде. На задней части машины находится небольшая металлическая бирка, однако значительный износ сделал неразличимым весь текст, содержащийся на ней. SCP-715 активируется только в том случае, если внутри кабинки садится человек и опускает в приемник необходимое для активации количество жетонов. Исправлено. Как стало известно, эпизодически приходит в действие, создавая изображение, которое, как предполагается, является измененными предыдущими снимками. Движущая сила этой деятельности в данный момент неизвестна, хотя исследования продолжаются. Изображения, создаваемые SCP-715, часто являются сильно искаженными. Причина этого в настоящий момент не установлена. Личности, покидающие SCP-715, должны быть классифицированы как экземпляры SCP-715-B, хотя внешне они не проявляют аномальной активности. Экземпляры SCP-715-A в настоящее время содержатся в зоне 81/715. Изучение их природы в настоящий момент ожидает одобрения. Исправлено. Запрещено. Экземпляры SCP-715-A... Данные ограничены. Смотрите далее для получения необходимой информации. Протокол зоны 81/715. Доступ ограничен. Внимание, совершенно секретно. Протокол зоны 81/715 фонда задействован в соответствии с требованиями, разработанными директором зоны 19, директором зоны 81 и советом смотрителей. Следующий протокол был разработан для поддержания сохранности и безопасности зоны 81 и ее сотрудников. Местоположение. Торговый центр в... Огайо. Уровень защиты Дельта. Описание местоположения. Зона 81/715, как предполагается, является внепространственной областью, расположенной под торговым центром в Огайо. Доступ к этой области возможен через служебную дверь. Эта дверь отсутствует на любых чертежах торгового центра. В юго-западной стене подвала 3. Область находится внутри большой, похожей на пещеру комнаты, содержащей глубокую яму. Внутреннее пространство этой области, по-видимому, вырезано из окружающего известняка. Стенки ямы состоят из неизвестного на сегодняшний день биологического материала, схожего с жировой тканью человека. Они выделяют концентрированное едкое вещество, делающее проникновение в яму особо опасным. После активации
локализации SCP-715 внутри этой ямы появляются экземпляры SCP-715-A. Эти экземпляры, как правило, похожи на субъекта, который только что использовал SCP-715, за исключением значительных лицевых аномалий, в том числе обширных рваных ран, больших опухолей, вплоть до неузнаваемости, либо полного отсутствия черт лица. Экземпляры SCP-715-A будут пытаться взобраться на стенки ямы, впиваясь для опоры в мясистые ткани. Эти экземпляры в настоящее время считаются враждебными, поэтому сотрудникам службы безопасности фонда, размещенном в зоне 81/715, разрешено уничтожать их с применением любой необходимой силы. Исследование природы экземпляров SCP-715-A продолжается. В настоящий момент неизвестно, сколько экземпляров SCP-715-A находится в яме. Утверждено следующими администраторами: Джек Брайт, директор зоны 19, Карл Актус, директор зоны 81, О5, совет смотрителей. Приложение 715-А. Доступ ограничен. Внимание, совершенно секретно. Пояснительная записка к реклассификации SCP-715. Несоответствия, связанные с экземплярами SCP-715-B, впервые привлекли наше внимание после того, как исследователь Джеральд Паттон провел испытание SCP-715 на себе. В личном деле было отмечено, что вскоре после этого случая исследователь Паттон отклонил предложение о переводе на проект SCP-2090 на должность, которая обеспечивала бы исследователю Паттону большую свободу в его исследованиях, чем проект SCP-715, а также больше времени на отдых и более высокий уровень оплаты. Это решение было отмечено как необычное. Исследователь Паттон ранее не отвергал предложение о продвижении по службе, но в остальном было проигнорировано. Некоторое время спустя, в ходе планового обследования зоны 81 на предмет изменяющих реальность аномалий, исследователь Паттон не явился для проверки, несмотря на то, что обследование является обязательным для всех сотрудников этой зоны. Ввиду большого количества сотрудников, подвергнутых этой процедуре, это было вновь практически упущено из виду. Это поведение было выявлено только тогда, когда главный исследователь зоны 81, доктор Агата Райтс, начала обработку информации о сотрудниках. В первоначальном докладе доктора Райтс было отмечено, что перевод на SCP-2090 и обследование сотрудников могли привести к проверке исследователя Паттона на аппаратуре, предназначенной для обнаружения искажений реальности. В обоих случаях исследователю Паттону удалось избежать этого. После подачи доклада доктор Райтс организовала скрытную установку устройства поиска аномальных оптических сигнатур Фулмана Брейкера в жилом помещении НС Паттона. После обработки информации, полученной с видеозаписи, стало очевидно, что наше понимание SCP-715 было неверным. Если быть откровенным, мы убивали не тех существ. Собранные видеозаписи показали, что при наложении фильтра, предназначенного для устранения локальных аномальных эффектов, исследователь Паттон оказался одним из тех созданий, которых мы видели внутри ямы в зоне 81/715. Нет записи, что исследователь Паттон когда-либо имел доступ в зону 81/715 или даже знал о ее существовании. В значительной степени благодаря политике секретности, проводимой предыдущими административными органами управления в отношении этого участка. Таким образом, неизвестно, как экземпляр SCP-715-A смог преодолеть нашу защиту. Тогда мы использовали такие же устройства для наблюдения за экземплярами SCP-715-A. И ладно, они являются людьми. Они все являются людьми. Они не такие, какими кажутся, когда мы смотрим на них. Они человеческие существа, и они пытались сказать нам это. Но мы не могли понять их, потому просто расстреливали. Мы спешно повысили класс объекта до Кетра и приступили к попыткам собрать все экземпляры SCP-715-B, о которых нам было известно. Также нам удалось провести интервью с тем, что выглядит как исследователь Паттон. В связи с информацией, полученной в ходе этого интервью, мы отменили повышение класса и заперли SCP-715 в защищенном хранилище. Текущий статус этого проекта находится на рассмотрении. Мы не собираемся больше признавать проблему и не собираемся проводить поиски экземпляров SCP-715-B. Мы не можем проверить утверждение сущности Паттона, но если их слоняется вокруг столько, сколько мы думаем, то для нормальности будет лучше, если мы пока просто позволим им существовать. По крайней мере, пока мы не поймем, чего они хотят. Что касается экземпляров А, давайте просто считать протокол, упомянутый выше, аннулированным. Пока мы не сможем придумать что-нибудь получше. Мы были предупреждены, что перемещать их из зоны 81/715 было бы неразумно. Как бы печально это ни было, но это наш текущий план. Помощник директора Уивинг, зона 81. Отчет об инциденте 715-А. Доступ ограничен. Отчет об аномальной сущности. Главный исследователь Т. Бейкер. Субъект SCP-715-B. Содержание полного отчета. Особь.
SCP-715-B, агент Дэвид К. Фредриксон, заключена под стражу после того, как расследование выявило, что агент является особью SCP-715-B7. В ходе предварительного наблюдения за особью было обнаружено, что SCP-715-B7 дискретно испускает низкоинтенсивное бета-излучение, направленное в сторону зоны 81-715. Эти выбросы выглядели случайно, но представляли интерес. В ходе аутопсии SCP-715-B7 в зоне 80 было отмечено, что выбросы усилились и по выходной энергии, и по частоте. Вскоре после этого в зоне 80 произошло аварийное прекращение электроснабжения и нарушение условий содержания. Зона 81 была изолирована, хотя на объекте не было зафиксировано никаких отклонений. В ходе расследования нарушений условий содержания в зоне 81 было обнаружено, что тело SCP-715-B7 исчезло. Не было найдено признаков насильственного проникновения в исследовательское крыло Б. Видеозаписи из зоны 80 подтверждают, что несколько сотрудников, вовлеченных в проект SCP-715, вошли в лабораторию крыла Б, а затем покинули зону с телом SCP-715-B7. Изображение, прикрепленное ниже, было оставлено на месте происшествия. Никакой другой информации предоставлено не было. Расследование продолжается.